Всем привет, дорогие друзья, еще раз для тех, кто смотрит на стриме, потому что технические моменты, новый сейв, новый Айзек. Давайте просто начнем ньюран, я не буду парить мозги. У меня немножко слетело управление. Харт, Айзек, начнем с него, поехали. 7 сердец, 55 монет, возможно, 2 сделки. Let's do this. Кстати, вот эта штука анимацию получила, видимо. Это обычный бейзмент, кстати, впереди нас ждет... Впереди нас ждет узкая комната. What the f... Как в этом жить? Блин, игра как будто стала более плавной. Я не знаю, как это описать. Но, ну, вам не видно, у вас все равно 30 FPS, как бы, но... Но игра стала будто бы более плавной. В смысле, еще более плавной. Если это физически возможно. Да, худ сместился немножечко. Управление стало каким-то. Я не знаю, это как будто бы... Вот как будто бы что-то подкрутили, но я не пойму, что. Ага, маленькая сокровищница. Это те самые загадочные бомбы. Glitter Bombs. Первый новый артефакт. Я ставлю на то, что это... Я ставлю... Блин, странно как-то. Вот, кстати, дайте-ка пока что проверим тут одну опцию. Ага, то есть у нас есть... Короче, у нас есть хреновая камера и еще более хреновая камера. Оки-доки. Я понял. I get it. Так, стандартная комната. В смысле, камера, которая сосет, это вот самая обычная, которая сейчас. А та камера еще и с задержкой двигается. Товарищ Макмиллан, как бы вам так объяснить, что мы немножко не этого все хотели? Потому что вообще не этого. Бомбы испытаем на боссе, я думаю. Айзек без D6! Нонсенс! О, у нас L-комнатка. Да, вот эти переходы стали... Ну-ка. Неужели задержка появилась, которую я так хотел? Так, ну это бейзмент один. Так что мне, в принципе, по балабасу. Бум. Понятно. Что ж, не везет так не везет. О! Да, более анимированная стала игра. То есть добавили какой-то вот таких красивостей. Ну, непривычно. Непривычно. Но прикольно. То есть это уже не обычный квадрат, который был раньше. Ну или прямоугольник, если хотите. Так, издалека она не действует. Хорошо. Я понял это. Снова I get it. Get it, just get it. О, нам еще 999 монет донатить в эту штуку. Man. Непривычно мягко сказано. Да, я тоже теряюсь немножко. Ну, то есть, оно вроде... Какой страшный уровень, боже мой. Какая убогая карта. Да, настройки я скопипастил, поэтому проблем быть не должно. Но вот как бы карта пока что целиком и полностью без прозрачности отображается. А, все, все понятно. Да, вот там вот время и счет. Я не знаю, зачем счет нужен. Да, кстати, вот вам сит, если что. Когда я начну новый... Музыка новая. Не совсем Айзек. Я вот играл Giana Sisters Twisted Dreams. Неплохой, кстати, платформер, хотя и пукан разрывающий немножко. Вот там было что-то похожее, и там оно было гораздо уместнее, потому что там одна из сестер, она панк. Это не значит, что она портвейн бухает, это значит, что она панк.
Вот, если не играли, поиграйте. Старая достаточно игрушка, но пока, ну, не знаю, не новинка 2015 года. Но она хороша. Хотя, может, и новинка, хрен знает, я вообще слово упал. Да, не на этом пусть, значит, испытаем. Так, рейнджап, хорошо. Так они принесли HP бар вниз. А, да, кстати, я не заметил. Сейчас про... О, да ладно, серьезно. Здесь теперь дроп есть, отлично. Так, у меня 4 бомбы и хрен ключей. Давайте сходим за ключом. Да, теперь, кстати, можно... Покажу для тех, кто смотрит на ютубе. И тех, кто, в принципе, еще не видел. И тех, кто у кого нет. Привет, Несси. У кого нет вообще Айзека. Теперь худ можно переносить. Вот так он, видимо, раньше был. Пук-пук-пук-пук-пук-пук. Даже худ переносится со вкусом говна. Ой, со вкусом говна. Да. Со звуком говна, конечно. Это же очень важно. Впечатление. Чувак, я играю в это 5 минут. Впечатление, как будто я играю в это 5 минут. Burning Basement. Вот это то, что у меня было на первом запуске. Перед тем, как я, собственно, начал. Как бы... Ой, че-то глючат немножко мобы пока что. Друг на дружку накладываются. Хотя, может быть, раньше было. Может быть, я просто на это внимание пытаюсь обращать. Да, Burning Basement у меня вот запускался. Да, вот анимация стала более плавной. Как бы больше кадров, что ли, в нее добавили. Я не знаю, если честно. А стрелять все так же можно. Вот, и в принципе, вот сложно передать ощущение словами. Ну, тут теперь есть... О, мухи теперь об костры убиваются. Раньше не было такого. По крайней мере, я такого не помню. Я думаю, за 600 тут... Либо я сильный... Не, ну я слоупок, конечно, но не 600 часов уже, правда? Правда же я не настолько слоупок, а? Ребят. Ребят, ну правда я не настолько... Ну, пожалуйста, ну скажите, что я не настолько слоупок. Лазарус Unlocked. Оу, я. Новый сейв. Блин, я люблю новые сейвы. Я, правда, не знаю, как я буду за ачивками следить, потому что в стимчанском-то старые ачивки не отображаются. Но там, по-моему, стандартно. Пройти за всех все и пощупать всеми все. Блин, теперь карты такие. Раньше как-то... Так, только не пердякнем, только не пердякнем, только не пердякнем. Нет, не надо. Пройдет он обычный, хорошо. Короче, ну здесь, я так понял, чисто визуалка добавлена и больше ничего. Хотя, может быть, какие-то спецмобы будут. Неизвестно. Так, не пощупаем, короче, мы эту бомбу на боссе. А может, и пощупаем. Здесь больше костров. Это я вот могу сказать без сомнения. Здесь гораздо больше костров. На уровне с кострами больше костров. Кто бы мог подумать? Ой, это вот то чувство, когда ты сел первый раз за игру, и которую ты еще плохо знаешь. Вот. У меня давно этого в Айзек не было. То есть первые 100 часов Реберс были таким бугуртом с примесью радости. Первые 100 часов в первом Айзеке были такими же. Но вот... Ребят, до челленджей доберемся. Покипай его. Отвлекся, урон получил. Да, доберемся до челленджа. Я не знаю, там, по-моему, ни один новый-то и не открыт толком. А, по-моему, вообще не открыт. И дальше 23-го. А до 23-го надо еще что-то проходить. Так, мне нужна сокровищница. В первую очередь. Бугуртинг Бейзмент. Мне нравится. Это этаж в честь меня. Кстати, вот в этом бейзменте освещение очень интересное. Мне нравится цветовая палитра. И то, как ее... То, как ее вообще использовали здесь. Она действительно создает впечатление такого вот. Очень мягкое, да, но при этом какое-то неприятное чувство. То есть очень мягкий свет, но оно вот как-то не очень. Не очень комфортно себя здесь чувствуешь. Вот.
О, кстати, сейчас проверим одну фишку. Когда берешь артефакт, Айзек должен идти. А раньше он как бы замирал в позе Линка. То есть он ногами не двигал. Теперь ножками должен двигать. Это же так дофига важно. Я вообще не знаю, как я жил 1200 часов без этого. Это горящий бейзмент. Я понял. Я знаю, как переводится burning basement. Ребят, там реролл машина. Теперь можно играть без D6. Я понимаю, что это, возможно, редкая штука, но... В смысле, блин, я не могу в Afterbirth играть больше в Dazzles из-за Айзека. Ну, то есть могу, конечно, и продолжу, но... Какой-нибудь Лео плюс Lucky Rock и... Равно Infinity Reroll. Ну, либо машинку разорвет, возможно. Но... Это неправильно. Оу, старый знакомый. Снова здорово. Неужели он отходить начал? От собственных бомб. А, нет, все, все нормально. Он такой же дебил. А, нет, отходит. Хей-йоу! Бомба! Взорвировал машину. Рекролл машины, я бы сказал. Давайте проверим. Нет. Это нельзя сделать. Но мы проверили. Мы теперь знаем, что нельзя. Что воистину нельзя. Так, здесь смотрите, короче. Кстати, там вот отображается на карте эта машинка. Прикольно. Здесь у нас есть три сердца и аркады. Я думаю, что это неплохо. И там еще сердце есть, да. Все, давайте посмотрим, что здесь за босс. Я, может быть, буду где-то ходить, много рассуждать сегодня. Завтра будет еще Айзек, так что... А, здесь у нас монстр, понятно. Могли бы сделать горящую версию. Ау. What the fuck? Че мне выпал ключ? Почему мне выпал ключ? Монстратус, аудя. Has appeared on the basement. Nope. Че, дьявол? Толчок переехал. У меня на старой квартире туалет примерно так же выглядел. Очень старый дом. И там вот, ну, ванна и туалет, и санузел разделены, как бы. Вот по размерам где-то так же. Так что сатана из унитаза. Что? Зрители моего стрима должны знать, каких размеров у меня был унитаз и, точнее, туалет на прошлой квартире. Так, я думаю, что я заберу вот это. Я думаю, что я пойду в магазин. Теперь секретку-то искать и понамать. Нет, где-то тут еще было. А, во. Интересно, по идее же, вот если активный артефакт попадается в сокровищнице, можно притащить туда другой активный артефакт и реролить его? Блин, эти уровни теперь такие запутывающие.
Слушайте, почему у меня скор есть? Я надеюсь, я не Дейлиран играю. Хотя, с другой стороны. Новый артефакт. Муха в банке. Jar of Flies. Gotta catch them all. Gotta catch them all. Па-дам-бам-бам. А, да, у меня. Па-дам-бам-бам. Ладно, пошли со мной. А, нет, я лучше бомбу возьму. Я хочу проверить, ребят, но мы потом проверим, правда. Бомба, она как-то полезнее будет. Адмирал, нет, бесплатные смайлы, это не совсем бесплатные смайлы. Это смайлы Better Twitch. Они отображаются только у тех, у кого... Паскуды! У тех, у кого Battle Twitch стоит, да. Там, кажется, муха моя дестрой устраивает. Так, это у нас кейвс. У меня все еще нет ни одного дамаджапа. Так нечестно. Как-то комната меньше стала, как будто бы. Ну, вообще, конечно, опять эти хреновые тайминги. Теперь и тут хп есть. Что, полезненько. Зато хп дают. Вообще, первые забеги всегда такие изи-пизи, потому что мобов нет многих. Далеко идти не надо. А, да, например, до глубин. Ну, с базовым уроном, конечно, особо не пойдешь. Но как бы при желании можно и с базовым. Поэтому меня так обычно бугуртит, когда я смотрю стримы какого-нибудь там Тайрона. Или Макмиллана того же, там, или кого угодно. Они не хотят спойлерить, но, блин, они хотят показать игру. Ну, не бывает одно без другого, по-моему. Вот. Играют они поэтому, как чертовы рати. Он сказал Эмпресс? Он сказал Эмпресс? Фишки-ба. Да, кстати, посмотрите-ка сюда, мне выпало. А, у меня нет ни хрена. Ладно. Ладно, мы сюда вернемся. Мне выпала карта. А-та-та-та-та-та. О! Удачно. Так, это у нас шот спида, хорошо. Ну, вернее как, ничего хорошего, конечно. Кстати говоря, донейшн трекер ни хрена не пашет. Ой, донейшн, донейшн трекер. Этот. Как эта штука называется-то? Реверс айтем трекер на Afterverse пока что не пашет. По идее, с банкой с мухами, когда ловишь черную муху, она становится твоей. Да, наверное, так она и работает. Блин, что за... понятно. Так, сейчас попробуем. Ого! Видишь? Вот из здесь херня, Ройден. Вот из здесь херня. Нет, бро, нет. Хотя какой мне бро после такого? Нагадил мне под ноги, знаете ли. Нет, нет, не бро ты мне. Еще одна батарея. Слушайте, а зачем мне столько батареек? Вопрос. В куда?
Так, а я могу поискать секретную комнату? Ну, в смысле, могу, конечно, но могу ли я ее как-то... Как-то вот так найти, старыми способами. Да, она все еще примерно по тем же принципам спавнится. Хотя... О, привет, Фрол. Нет, Daily Run я еще не делал. Daily Run, наверное, после этого забега будет. Все еще успеется. Ау. А, вот почему Кобальт за Лилит играл. Дейлик. Теперь задроты найдут себя в Daily Run'ах. По-моему. Ну а что, ты можешь пройти там 50 раз в практике, по-моему. Ну там, сколько угодно раз в практике. Просто идеальную тактику. Но потом у тебя будет одна попытка. По-моему, круто. Доктор Ремоут. Сколько у него зарядка? Две комнаты. Я думаю, что это полезнее. Ну, да. Почему-то с костра мне выпала монетка. Ау. Так, значит, я на чат отвлекаюсь, блин. Конечно, с таким дамагом тяжко. Тогда еще и рассчитывать особо не на что. Так, одна большая и какая-то мигающая. Когда она когда мигает, она отталкивает от себя всякое дерьмо. Тебе это не поможет. Да, кстати, вот эти штуки перестают таки стрелять после зачистки комнаты. Неплохо. Если это так со всеми, то неплохо. Головоломка века. Так, у меня на улице какие-то псины сходят с ума. Все нормально. Может быть здесь? Нет. The Soul для мобов, да. Блин, я уже по привычке дергаюсь. Это машинально. Чисто машинально боюсь... этих хреновых голов. Все, машинально пытаюсь увернуться. Машинально бояться нельзя, я думаю. What the fuck? Вот как... А ты же ж халявы не будет, да? Пошел в секретку, убили нахрен. О боже. Мой боже, боже мой. Боже мой, мой боже. Блин, хрень какая-то, ей-богу. Justice. А, он действительно говорит World Justice. О, черт. Холи моли.
Он действительно произносит World Justice таким полубрутальным голосом. Это так странно. Я, пожалуй, карту The World возьму вот эту. Так, ну там у нас тоже новая карта. Простите, что пропускаю. World. Так, ну идем направо. Воу, ха-ха-ха. Нет, ребятки. Воу, блин, а эти сволочи все еще прыгают. Ну, в смысле, они все еще делают эти хреновые прыжки. На миллиард километров. Да чтоб тебя кони мучили. По-моему, они этими прыжками теперь всегда передвигаться будут. Да, это все с непривычки. Это все с чертовой непривычки. Да, и структура уровней теперь другая, что тоже непривычно. Так, это старый. О. Это старая комната. Только кейвс как-то, по-моему, иначе стали смотреться. Может быть, опять же, свет поменяли. Непонятно. Такое мнение об обновлении. Мнение, что я играю в это 23 минуты, и у меня пока что нет мнения про обновление. Как у... А, черт. Ну а чё, сдохнуть так с музыкой. Оу. Тихо, спокойно. Да, Glittering Bombs, это, видимо, вот их эффект. Когда бомба взрывается, то что-нибудь тропается. Так, а ты как, начал новый сейв или Afterbirth все заново? Там есть импорт сейвов, но я все равно начал все заново. Кто-то любит эту комнату. Не, ну Несси с первого дропа включает. Понятно, но все равно проверить-то надо. Жирные мухи! Шутки про мамку! Хайп! Какой жалкий магазин. Ну так, блин, с непрокаченным магазином, то естественно. Привыкли уже. Вот Козлевича. А. Да, дэмэдж. Да. Да, они укусят меня за жопу еще не раз, да? Правда ведь? Если я помру, значит я помру. Блин, игра как будто стала еще более гладкой, еще более быстрой, еще более динамичной. На. Турум-та-турум-та-турум-турум-турум. Сколько денег? У меня сейчас
такое состояние, я, наверное, буду сливать, потому что даже сложно объяснить. Как бы мне надо... Мне как бы надо тащить? Как бы. То есть я должен как бы сосредоточиться на этом. Но я не могу сосредоточиться на этом. Потому что тут куча всего нового. Ну то есть... Тут есть штуки, которые я вообще никогда не щупал. Как бы тяжело сконцентрироваться на чем-то конкретном. Лучше. Если бы я знал, я бы пошел. А, ну я знал. Ладно. Через секретку стоило пойти. Палитра другая, да. Палитра у игры определенно стала другая. Хотя музыка, например, та же, и она меня все еще бесит. Да давай уже, взорвись, сволочь. Так, босс. Стейн. О, за что? Штайн. Что за... Как о... Господи! Боже мой! За Сталин! Господи Иисусе! Не, ну хорошо, хорошо. Я просто... У меня не было дамага, и я просто не готов к нему. Дэнк Депс. Что за Дэнк? Или Данк? Так, ну Блад Клод более-менее... А, понятно, почему не работал этот самый. Айтем трекер. Черт, я даже не знаю, что новая версия делает. Блин, я хочу попасть по нему, чтобы взорвать один черепок хотя бы. Ну ты, муха, вообще молодец. Это как Блота с многоликим скрестили и получилось. Что за... Что? Вот! Вот! Почему такой маленький? Почему он такой маленький? Кто ты, чудище? О боже мой. Да, официально это теперь другая какая-то игра. Почему он так целенаправленно ко мне летит? Да-да-да, не видать мне сделки с дьяволом. Бла-бла-бла. Да попадишь ты, козла ты кусок. Что ты? Multidimensional baby, your body. Вы хотите, чтобы я сказал, что он меня пугает? Окей, он меня пугает. Mask of Infamy, хорошо. Дамага бы, дамага.
Ага, понятно, когда он меня палит, он прямо следом за мной кидает три кости. Ок, 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 я понял. Temperance. Зачем озвучку добавили, кстати? Хрен знает. Ну, это прикольно, но это все, что я могу сказать. Это прикольно. Но бессмысленно, просто пипец. Ужасные версии мобов. Просто от слова ужасные нахрен. Пауки стали вообще... Это снова черное на черном. Я снова буду ругать палитру. Ну, это старая комната, поэтому я более-менее знаю, как ее проходить. Более-менее. Подчеркиваю, более или менее. A lucky rock has appeared in the basement. What? 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 Что за... Если я стою на месте, он ко мне подходит, и я могу стрелять... Смотрите, да, вот как это работает. Во, вот как это работает. О, черт, judgment. 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 Однако. Эмнейжа. Эмнейжа. Теперь мы будем знать, как оно вообще. Ага, радужный червь, короче, меняет эффекты. Ну, это как бы ок, но я все равно его не буду брать. Хотя, по-моему, с головой кота это не имеет смысла. Да, вот с прохода есть смысл стрелять. Ага, черные черепки тоже убивать надо, понял. А, спайдербот, слово эффект, отлично. Что-то знакомое, ура! Разу же чах, угадай, какие полетят слезы в следующую секунду. Ну да, угадай, куда я царапну. Кто видел, тот поймет. Кто не видел, поищите. Ай, дурак. Ага, только в этой комнате они отключаются. Понял? Давай свои руки сюда, женщина. Ты меня шутишь, игра! Ребят, пожалуйста, разбудите меня. Вытащите меня из этого кошмара. Не хочу. Я больше не хочу. Рука плюс кейдж. Можно не это. Можно я не буду больше. А, нет, с котом есть смысл. Теперь эта хрень заряжается. Ха-ха-ха.
Ну, музыка, да. Музыка так себе. Музыка как бы прикольная, но как будто бы не в кассу. Как по мне. Так, а что я в этой сокровищнице взял? А, точно, этого. Что-то взял. Спайдербайт. Да, голова кота заряжается. Это за счет Quicker Charge, видимо. Лоста они сбалансировали, ага. Ну, пазл комнаты мне не нравится, говорится. Как это по-русски? At all. Вообще не нравится. О, этот Dimensional чувак помогает. Так теперь непонятно, когда вообще эффект срабатывает. Непонятно, то ли он просто зарядился, то ли ты комнату зачистил. Раньше как-то... Это как сигнальчик в вашей голове. Я думаю, что эта комната сосет самый большой эклер в мире. Карта силы, карта Хенджетмен. Карта силы, потому что это еще и карта... А можно мне как-то, блин, вот знаете, хочется комнат, в которых нужно, ну, там, монстров побеждать. А не хреново пазлы решать. Причем пазлы, нажми три кнопки, ну, как-то... Иначе прилетит от шипов. Как-то это, по-моему, несерьезно, нифига. Не поймите неправильно, но... Это как-то несерьезно. Да, игра чуть такая вот, пободрее стала. Это очень бомбовый забег. О, смотрите, таблетка Нуара. 13-й поймет, о чем я. Возможно. Не банка, конечно. Тоже пойдет. Да, блин. Ту-ту-ту-ту-ту. Танковый пацан? Не, мы как-нибудь по-другому его назовем. Как мне нравится, когда комнаты выпиливают сами себя. Это, по-моему, это великолепно. Мамка! Мамка! Ау!
чувствуется как один из тех хардкорных модов. Только без читерства. На нахрен, пройдено. Oh yeah. Was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over.